Привет, мир! У нас сегодня очень насыщенный денечек собирается быть. Вот, и я вас возьму сегодня с собой, буду снимать, что мы сегодня делаем. С утра пораньше мы детей отвезли в школу, в садик. Кстати, спрашивают, как там Катя в садике. Катя в садике с переменным успехом. Утром скандалы, вечером танцы. В общем, утром идти не хочет, от меня отрываться не хочет, а вечером мы приходим, и такая запеканочка со сгущенкой. Так что, говорят, днем она не плачет, все хорошо, но вот утром вот это вот само расставание тяжело проходит. В общем, пошли работать. У нас сейчас по плану чистка кроликов. Да, кнопка. На, будь чепотвать морковки. Ты где вообще? Будешь? Нет? Ты такая уже такая же становишься толстая, как твоя мама. Как танк. Ладно. Кофе, сейчас я приду, с тебя начну. Ты первая в очереди. Пуху-то напустила здесь. Так. И этих тоже надо чистить. Даже? А? На састике. Кстати, спрашивают, почему мы не забиваем кроликов тех, которые там уже в большом возрасте. Те, которые можно забить, мы их уже забили все, они пошли на тушенку. Тушенка обещает быть вкусной. По крайней мере, все расхваливают такую тушенку. Мы ее на мультиварке готовили. Вот это те кролики, которые уже полностью выздоровели. Спрашивают, кстати, как там что кролики. Никто еще не погиб. Есть два очень тяжелых, остальные нормальные, да? Ну, кролячки наши. Ну, а здесь, конечно, тоже грязненько, однако-то. Короче, сейчас всех почищу по порядочку. Привет. Привет. Носом такой. Голубоглазик. Ой, здесь вообще я молчу. Ну что, быстро видео смотрится, да не быстро дела делаются. Современная поговорка. Сама придумала. Вот. А если серьезно, то добыли бы он уже целую тележку кролячьего золота. Я там еще и под клетками везде почистила. Сейчас это все пойдет прямиком в огород. Ну вы подождите, не казните меня сразу в комментариях. Потому что это все пойдет туда, где у нас была картошка. То есть картошку выкопали, это сейчас все сюда. Куры немного это все покопаются там, в общем, раскидают. Потом осенью перекопаем и будет все хорошо. Я знаю, что кролячий навоз, он очень такой жесткий. Так, сколько мы разобрались? Сейчас идем, ой, клубнику спасать. Гуси едят клубнику. Ну что, хулиганы такие, пришли в огород, да? Ой, подсолнух завалился, надо его, конечно же, сейчас поднять. Все, идем выгонять гусей. Ну и что, хитрая лисячья морда. Смотрите, что она нам здесь натворила. Здесь вот эти вот, мне по колен, точно вот эти вот ямы, да? Ну да, по колен мне ям. Джесси роет озиму, ты куда деваешь? А? И зачем тебе эти ямы? Хулиганье такое. Тут подсолнух-то, который упал. Эти клоха, походу, с цыплятами уже полакомились. А здесь как раз-таки получаются белые семечки, которые соседка угощала меня. По весне я вам показывала, которая должна была цвести розовым. Семечки есть, но они уже не успеют вызреть. Ах, жалко. Ну ладно. Я тут, короче, в очередной раз очень вовремя поймала Артема Андреевича. Он там со своими палочками ходит, ну пускай ходит. Наткнулась на меня. Неожиданно, я, короче, сегодня докопалась до Темы. До сути самой докопалась. И он мне рассказал и показал, как работать стримером. Поэтому я сегодня кашу участок сама. Потому что Тема занят другими делами. А я хочу навести на участке порядок. Тем более мы скоро поедем за девчонками, они мне помогут. У нас здесь есть кое-какие штуки. Чё ты так смотришь? Чё ты вздыхаешь? Не может Валентина Георгиевна подождать чуть-чуть, меня точнее, чтобы я протримил. Нет, вот ей именно сейчас нужно. Давай мне показывай, как. Но если я могу это сделать, почему бы мне тебе не помочь? Надо. Тем более это же не тяжело. Косу проще сделать. Нет, косу не проще, ей тяжелее. А триммером там чик-чик и все готово. В общем, я пошла косить. Ну, хорошо, раз научилась, иди. Ну, не тяжело, видать, да, тебе? Нет, я пошла. Косу сделаю. Не надо мне косы.
Это ты будешь тачкой? У нас тут София Артемовна пришла, она увидела нашу тыквоньку большую, которую я задела, пока я здесь косила, да покажу. Здесь теперь все чисто, да. И заодно открылись кустики кабачков, я немного пособирала, но немного потом пособираю. Вот, сейчас что мы с тобой пойдем делать? Я повредила тыкву, так что мы сейчас пособираем морковку и яблоки и будем делать сок. Но сначала мы сегодня все подготовим, а сделаем сок как-нибудь по-другому, в другой день. Вот, я скосила прям почти до бани, ну там чуть осталось. И вот отсюда вот, вот здесь вот, здесь суда не было, туда вот наверх. Пошли к тыкве ближе, посмотри, что тут. Пил. Пошли. Кустик. Я уже там кабачков понасобирала. И этот тыквоньку. Главное, я хочу тыквоньку подвинуть, чтобы скосить. Ты видишь, как я здесь скосила? Здесь чистенько вообще все. Конечно, вижу. Ну да. Смотри, смотри, смотри. Ого себе! Это больше, чем то. Да. А как ее размер понять? Ты, наверное, сядь рядышком. Ай. Сейчас ложусь. Вот. В общем, он большой. Тот поменьше, но он еще уже, я думаю, расти не будет. Тем более он уже стоит отдельно от куста. А здесь вот еще кабачки я собрала. Ты и траву собрала? Ну, траву сейчас гусям пойду дам. Я на них обиделась и закрыла их. А что с ними такое? Ой, как птички полетели. Они чуть нас не врезались. В общем, идем морковку чистить. Не чистить, а убирать от вершков. Думаю, у тебя косички есть, все можно. Пошли. Всё. Сейчас скоро тем более за Катей ехать. Пошли. Ага. Наша кучка морковки, которую мы сейчас с Соней переберем. Так, вот она есть. И вот такая вот поеденная. И есть, кстати, здесь есть один особо крупный экземпляр. Давай найдем его, сразу покажем. Вот. Нет, это даже не этот. Не этот? Нет. Во! А ну-ка, достань-ка его. Желтая. Вот она. Наверное. Ну, но да. Это желтый. А, вот еще здесь есть. Вот. Ой. Почему-то вот желтая морковка, она выросла гораздо больше размерами, вот, чем оранжевая. Прям она вот прям гигантская. И вот внизу. Ну, внизу я не могу пока вытащить. Да. Тут она. В общем, давай мы ее сейчас этот убираем. А какую вот куда? А это, смотри, не оранжевая, не желтая такая. Уберем в мешок. Опа! Да, большая, это, большая. Наверное, самая. А еще мы с папой сняли помидор, который весит 860 грамм. Ты мне говорила. Да? Окейшки, все, отдираем, а потом посмотрим дальше. Вот без Софии Артемовны я бы вообще не справилась. Столько морковки перебрали. Вот, в общем, у нас где... ну, в общем, сейчас покажу. Что я хотела сказать? Морковку мы... Да, вот такая моя большая морковка. Она желтая. Там у нас росла. Кстати, соседка сейчас спрашивает: ну что, как потери? Вот эта вот морковка желтая. Вот ее почти не поели. Смотри, какая она огромная. А эти мыши почти не поели. Фиолетовая морковка тоже мало поедена. Больше всего поедена оранжевая, обычная, стандартная морковка. Что хотела сказать? Вот эта вот морковка, она уже последняя. Она с того дальнего нашего огорода. И морковки нету больше в этом году. Есть один маленький такой рядочек. Ну, там морковка еще вот такая вот. Я ее оставлю там, если что, Соня с Катей будут грызть. Ты что, на заднем фоне здесь этот прикалываешься, да? Понятно. Без Сони, да, конечно, я бы не справилась. Но надо нам ехать за нашим главным помощником. Сейчас мы с Соней поедем за Катей. И у нас стоит вообще глобальная задача. Сейчас покажу, да, повернусь, Сонь. Вот видите вот эти вот заросли за мной? Да, это вот крыжовник. Эти. Это крыжовник. Вот этот куст крыжовника мы сейчас должны весь убрать сегодня. Вот как Катерину Артемовну заберем. Весь его надо убрать. Он меня изрядно бесит. Вот прям очень бесит. Почему? Он стоит перед домом, и он там, папа, строит домик. Домик уже почти готов, и здесь вот эти вот заросли, они нам вообще ни к чему. Так что едем за Катей, она нам будет помогать. Так, обещала морковку показать. Сейчас показываю. Вот морковка. Ящик морковки. Вот обычно желтая, ой, оранжевая, желтая и вон фиолетовая морковника. Больше оранжевая. Фиолетовая морковка прикольная такая. Мы, кстати, когда там на детский канал видео это снимали, мы вот как раз сделали букеты из разных этих морковок. Прикольно получилось. Вот здесь вот мешочек, где-то меньше половины. Это вот морковка, которая поедена, или какая-то не той кондиции. И вот получается
Вот, целый мешок морковки. И это плюс к тому, что мы тогда убрали в подпол уже перемешку с песком там и так далее. Так что целый мешок морковки плюс яблок. Вот, кстати, Соня, не балуйся. Видите наши яблони? Эти ветки, на них уже бедненькие, потому что яблок там много, они все тяжелые, уже как бы не сломались ветки. Немножечко мы соберем. И плюс той тыквы, которую я сегодня оторвала, сделаем сок. Яблочно-морковно-тыквенный. И закатаем 3-литровые банки. Ну все, а пока едем за Катей. Угу. Поехали? Поехали! Поехали! Ой! Едем за Катей? Ага. Ага, ага. О, ой. Так, не бойся. Едем за Катей, потому что Катя нам сейчас будет помогать. Мама за рулем, мама волнуется. Ну, Соня, если что, мне поможет, да? Если тут трясется, то... Ну, значит, мы в машине. Ну да, а ты себя-то покажешь, где ты там сидишь? Я тут. Я там не знаю, получилось Соне снять или нет, но в общем мы уже поехали, Соню и Катю забрали. Соня стоит там за кадром, книжку читает, сейчас покажу. Смотрите. Привет. Смотрите. У Кати вон какой хвостик двойной. Да, нам тут... Двойная коса. Нам наши подписчики прислали, подписчица прислала бантики ручной работы. Очень красиво, спасибо большое. И теперь Катя каждый день с новым классным бантиком. В новом платье, с новыми бантиками. Кать, ну рассказывай, что как? Нормально. Нормально. Сейчас 5 лет. Тебе нравится? Там все спрашивают, как в садике тебе? Нормально. Нормально? Ходить будешь еще? Угу. Угу. Там кушать вкусно дают. А дома вообще не вкусно. Скажи, что ты сейчас на ужин ела? Я ела вот суп. Мне мясо не попалось, а Колику попалось. Ай-яй-яй, как не доложили тебе мясо, да? Трагедия Нет, века. Не попалось. Трагедия не века. Не попалось, да, просто? А еще мы кушали котлету. С хрисом и помидоры. Это с хрисом. Вкусно. С хрисом. Сонечка, ты слышала когда-нибудь? Я думал, с хрисом. А потом мы ели блинчики с сгущенкой. Это вкусно. Я тоже хочу. То запеканку со сгущенкой, то блинчики со сгущенкой. У них там сгущенные дни, сгущенная неделя, короче. Да, Катян, мы тебя знаешь, что забрали с садика? Нам помочь надо. А то если не помочь, мы бы тебя не забрали. Да нет, она шутит. Я шучу, мы же каждый раз приходим раньше всех и стоим, ждем под окном, пока Катя поест. Она ест там такая. Ладно, иди, папа там хочет Кате показать домик на дереве, а мы ее потом переоденем и возьмем к нам. Да, ладно, пускай иду. Соня, привет! Привет!
Ну что, Тём, мы еще не успели там очистить место. Сейчас покажу, ой, которое мы чистим. Не успели, маленько. Вот это вот. Ну, здесь чуть-чуть осталось. Привезли нам целый КамАЗ забот. У нас вот рабочие теперь подоспели. Вот на эти два, которые... На карьер. Которые в розовых кофтах-то. Ты посмотри. Аккуратно, но... аккуратно. Не, вы бы... Девчонки, вот с этой стороны не лазьте. Слезьте оттуда, короче. Вот с той стороны хотя бы. Хотя бы. Не надо разгребать. Вон та вот наша теперь эта вот, где она? Вот здесь вот эта вот кучка с отсевом теперь такая маленькая. На выше той горы. Я в Саргоры! Я не знаю. Сейчас видно нас, нет? Очень хорошо видно. Очень хорошо видно. Ну ладно, там гуси уже наступают. В общем, сейчас где-то около 8 часов, наверное, вечера. Мы сейчас добьем этот крыжовник, и надо животных уже кормить, ну, как обычно. А ты расскажешь, для чего нам все это привезли? Ну, для строительных нужд. И дальше я больше как бы ничего сказать не могу пока. Ну, где там 20:00 время. Ну, да. Я правильно сказал, 8 часов, да? Вообще, как этот, как 8. Часы. Я прям, да, как куранты. Да, в общем... Для строительных нужд нужен для замеса, для раствора бетонного. Ну, я это нам везде он нужен вообще. Открою маленький секретик. Артем Андреевич надумал там... Нет. Стройки, на которые нужен фундамент, ну, а туда нужно вот много всего. Как же в деревне без стройки вообще? Стройка – это главное в деревне. Надо строить, строить и строить. У нас надо пошли надо доделывать, а потом кормим животных. Сначала крыжовник и животные, все. Вот такой у нас туман. Уже второй день. То есть, наверное, с учетом перепадов температур, днем 25, а ночью где-то 12, наверное, 9. В общем, вот так вот. Морось. И вроде как будто дождь прошел. Но это туман. Ну что, как вы видите, у нас уже второй день. У нас вон туманище, но оно уже немножечко расходится, потому что вон того леса еще не видно было. Сильный туман был. Несмотря на то, что сейчас уже почти 10 часов. Сейчас точно гляну. Да, 9:30. Еще туман не ушел. Так, ну что я хотела сказать. Вчера так быстро время закончилось, в смысле так быстро потемнело, что вот наш... Я правильно показываю? Я теперь это место даже не узнаю. Правильно показываю. То видно, да. Вот здесь, где у нас этот был куст большой, и вчера там мы с девчонками начинали, но Тёма к нам присоединился. Мы все почистили вот здесь. Ну, в смысле убрали, срубили кусты. Сейчас вот эти вот кучки, которые у нас есть, сейчас покажу поближе. Ой, Артём Андреевич, привет! Тёма уже начал заниматься, я там клумбочку свою почистила с травой. Так вот эти вот кучи, здесь крыжовник, там трава, ну и здесь тоже крыжовник. Это сейчас все уберется, програвим и будет чистенько. Привет. Я теперь смотрю сюда, даже не узнаю это место. Здесь вообще такие заросли были, а сейчас почище становится. Теперь кроликам негде прятаться. Да, поймали мы еще одного нашего вылечившегося кролика и посадили его обратно в клетку. Там уже, получается, три кролика, которые полностью выздоровели. Они были очень тяжелые, их полностью выздоровели. Так, Тёма еще за помидорной ботвой. В общем, вот спрашивают, кстати, где мои цветочки. Ну вот, чуть-чуть есть. Там еще астры цветут. Где они цветут? Вот они. Вот видите, астрочки мои цветут. Здесь Артём Андреевич работает. Работает. Ладно, не буду я тоже долго болтать. Кстати, там вон уже стоит мешок. У нас размеченный план действий. Ладно, обо всем по порядку. Ну что, у нас прошло всего несколько часов, и небо почистилось, как вы видите, вообще голубое небо. И солнышко вылезло. Очень хорошая погода. Такое ощущение, как будто сейчас, я не знаю, лето. За это время я все почистила. Теперь здесь совсем другой вид. Кирпички он сложила аккуратненько, вон стройматериалы. Все очень классно. Вот там этот желтый заборчик, где мы грибы садили. Обожаю, когда все чистенько. Круто. Осталось только у нас вот здесь вот. Артём Андреевич в кадр попадает. Привет. Привет. У нас вот есть здесь за тобой, наверное, ты закрываешь, да? Вот. Вот это вот страшное строение. Ваши прогнозы, когда мы его снесем? И что это такое? Ну, я хотел оставить это здание как достопримечательность. Чего? Как напоминание того, что здесь... Не-не-не, не надо, у нас Шучу. Есть видео напоминалки. А, видео, да, видео можно посмотреть. Видео вообще можно посмотреть, что здесь было. И этот крыжовник здесь 2 года как раз. Я не знаю, сколько он лет раз здесь рос. Теперь его нет. Теперь здесь будет что-то интересней. Да, в общем, это строение у нас туалет. Артём Андреевич так и не признается. Это который был еще, когда еще дом был не наш. Здесь, здесь 2 туалета было. Мы его оставили, потому что
Септик же мы сами делали. И Тёма такой, на всякий случай, вот уже 2 года прошло. Кстати, очень много же спрашивают про септик. Надо будет потом видео снять по поводу того, что стало с септиком 2 года спустя. Потому что мы же сами делали, и нам прогнозировали там, что первые заморозки, и все. По поводу кессона тоже говорили люди, что, ну, спрашивали, как там с кессоном обстоят дела и первый год, и второй год. Ну, мы расскажем потом об этом. Да, там же такая конструкция кирпичная, обычная. Ну, у нас есть видео на эту тему. Вот эту вот, вот эту территорию я хотела тоже сегодня убрать. У нас получается по всему участку все очень аккуратненько, тихенько, красивенько получается теперь. Ну, конечно, вот эти вот стройматериалы, они уберутся, когда Тёма стройку начнет. И вот весь участок чистенький получается. Где вот здесь? Ну, вот здесь вот, где я показывала, что где у нас малина стоит, там я косила вплоть до бани почти. Ну, вот здесь вот, в общем, все чистенько, аккуратненько. Малину, кстати, не показывала, малина поперла. Малина? Ремонтантная. Да, она очень вкусная. Очень вкусная, прям да. Как лесная малина, такая ароматная и очень вкусная. Мы все переживали, вот эту, которую пересадили малину, она высохла, потом полезла, и никак на ней ничего не было. А вот ремонтантную, которую пересадили в том году, по-моему. Она такая жирная. Сегодня, в этом году, то вот только сейчас начала поспевать. И земляника, и малина, и баклажаны, пипер. Что-то уже пошел с этими... Да. Работать. Ну ладно, я что хотела сказать по поводу вот этой вот этого безобразия. Хотела я сегодня это тоже сегодня убрать, но я же там и морковку подготовила, и яблони у нас вон провисает, я уже показывала. Сейчас соберу все. А, тыква еще у меня отвалилась. Так что мы все-таки сегодня еще, скорее всего, будем делать яблочный сок на пробу. А потом уже и на зиму. Ну, заодно покажем, как делаем. Вот этот куст, который здесь был. Мы его срезали, но корни его здесь есть. Вот здесь вот свеженькие они. Как они называются? Веточки. Наверное, я правильно говорю. Я думаю, что они по весне пойдут. Мы здесь один кустик вот этот вот, скорее всего, аккуратненький оставим. А то он был у нас здесь, разросся по всей вот этой вот территории, туда-сюда. В общем, хотим здесь какой-нибудь хороший, красивенький кустик. И с этой стороны тоже. Потому что здесь будет проход к домику на дереве. По-любому должна быть какая-нибудь там дорожка. Но это ладно, это уже все. Планы это потом. В общем, пошли собирать яблоки и делать сок яблочный. У нас Тёма проводит ТО. А если честно, он чинит машину. Ой, а что ты сделал? Что это ты снял? Привет. Здрасте. Я хотел, думал, видео снять, потом думаю, блин, пока я лазю, неудобно, там ничего не видно, руки грязные. Что, еще камеру брать в руки? Ну вот, хорошо, что ты подошла. Что такое? Я вот снял кардан, соответственно, здесь вот 2 крестовины. Вот это нормальное. То есть люфта вообще никакой нет. Ну, как бы все движется хорошо. Здесь подвесной тоже нормальный. А вот с этой крестовиной беда. Смотри. Сейчас покажу. Вот, посмотри. Видишь? Здесь вообще раздолбанная она. Ой, подожди. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка. Это вот... Ничего себе! А ну-ка, да я поближе сниму, чтобы всем было хорошо видно. То есть видно, да? От этого и вибрация. Вот это жесть. Здесь, правда, еще и что-то лопнуло. Надеюсь, что сама вот эта вот часть, которую крестовину вставляется, она нормальная. А то нам придется эту менять. У меня как раз крестовина одна есть. Как бы. Но она сильно вибрирует, когда вот я сегодня ехала вот, за Катей. За счет этого. 80, 70 я еду, вот она уже ну, после вот 60. 50, от 50 до 70 и от 90 до 120, там как бы причина в основном кроется именно в крестовинах, либо дисбалансе, либо кривизна самого вот этого кардана или там. Вот эти вот железки, это называется кардан? Получается. Ну да, вот он состоит. Офигеть. Да, это кардан. Ну ладно, ну ты понял, да, как это все дело менять? Смотрел один раз. Ну ладно. Меняй. Да. Thank you.
вкусно. Вкусняга. Вот, вот, смотрите. Смотрите. Вкусно.